Я собираюсь провести следующие 50 часов, погребенный заживо в гробу. Это самое тупое, что я делал. Добро пожаловать. У меня камера тут, там и в ногах. Читер присоединился к игре. Ха-ха-ха, вот он и попался. Наконец-то я зашел на сервер мистера Биста и смогу творить свои грязные делишки. Ха-ха-ха-ха-ха. Введите пароль. Успешно. Прошло 50 часов, вытаскивайте меня! Это еще? Что за чертовщина? А это я. Взламываю ваш сервер. Ха-ха-ха-ха. Бан Чендлер. Чендлер был забанен навсегда. Небесный суд. Опачки! Да вы просто гляньте, кто это тут у нас! Это мистер Бист! Ты что, умер что ли? Блин, кажется, он реально умер. Я тут, если что, за главного. Сейчас поясню, что да как. Ты оказался в небесном суде. Мы будем смотреть, что ты успел сделать за всю свою жизнь. А потом будем ставить тебе оценки, хорошие или плохие. А после всего этого будем решать, куда тебя отправить. В рай или в ад. Ну что ж, приступим! Нупкин, что же он там натворил? Тут сказано, что каждый год он ходил на субботник. Это один из самых грязных пляжей в мире. И мы соберем каждый кусочек мусора. Как видите, это займет вечность. Ого, да это ты молодец! Ага, похвально. И чё, сколько будем ему ставить? Лёнь, ну я считаю, что это хорошее дело. Давай, наверное, поставим +3. Какой нафиг +3? Ты благодаря ему по чистому пляжу ходишь. +5. И даже не обсуждается. Нупкин, читай, что там дальше? Офигеть, чуваки! Да он, оказывается, тот ещё проказник. Что он сделал? Он взял полицейского в заложники. Я связал агента ФБР. Не, ну ты точно за это ответишь? Фух, ну ладно, хоть он выбрался. Но брать полицейских в заложники очень плохо. Да и вообще, брать хоть кого плохо. Правда, я и сам бывало брал заложников. Ай, блин. В основном это были учителя в школе. Ага, Лень, я помню пару случаев. Помолчи, блин. Тебе не спрашивали. Поставлю тебе +17. Блин. Тут нет, что ли, +17? Как так-то? Лёня, давай скорее! Тут ещё много всего читать нужно! Блин, ну, +1 тогда. Вот так вот. Музыки, погнали дальше! Так читай давай, мы ж вообще тебя ждем. Он сделал подарок первому попавшемуся человечку. Это какой еще подарок? Я только что купил этот дом и реально продаю его за $1. Эх, у меня остался последний $1. Что на него можно купить? Этот дом продается всего за $1. Вы заинтересованы? А в чем подвох? Подвоха нет. Блин, я бы тоже хотел получить домик за $1. А я реально прикола не понял, а в чем был подвох-то? Ты нахрена его за $1-то продал? Он же стоит намного дороже. Блин, это ж сколько колы можно было купить? Эх, блин, от колы бы я тоже не отказался. Лень, давай ставь скорее баллы. Слышь, я же сказал, тебя никто не спрашивал. Помолчи. Ах да, баллы. Поставлю тебе -5. Бра. Тебе поставили -5 баллов, а это значит, что еще совсем чуть-чуть, и ты скоро отправишься в ад. Ой, не советую я тебе туда отправляться. Так, Нупкин, что там дальше? Давай, 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 читай, ну. Офигеть, тут написано, что этот мистер Бифт решил пранкануть своего брата. Сегодня мы наполняем дом моего брата слоновьей зубной пастой. Одну минуту спустя. О боже мой, боже мой. Красавчик, это же просто офигенная идея для троллинга. Слышь ты, блин, помолчи. Ты чё, дебил что ли? Я и так молчал. А, это так, на всякий случай. Арбузкин, а ты чё ему такого сделал-то? Чё он тебя все время затыкает? А, да там, неважно. Какой прекрасный день. Избавимся от машины. Пойдем немножечко отдохнем. Ага, кажется, он дома. Я должен его затроллить. А то этот Ленчик уже совсем обнаглел. Выкопаю здесь несколько блоков, а внизу я заготовил ловушку. Осталось ее только замаскировать. А,
Осталось только позвать Ленчика. Сваливаем. Не понял. Я вроде гостей не ждал. Кто там ко мне пришел? Здрасте, открыт. Оп! Ха-ха-ха, все получилось. А, ну братана-то реально четко затроллил. Обожаю такие троллинги. Ставлю тебе плюс один. Блин, Лень, я бы ему лучше плохие баллы поставил. Это вообще когда было не смешно. Тебя забыл спросить. Так, что там у нас дальше? Ленчик, читай. Блин, ты отпись уже. Так, тут сказано, что однажды ты... Я только что купил этот частный остров. Земля, привет! Мы застряли здесь на следующие 24 часа. И чтобы отпраздновать это событие, давайте отправимся исследовать новый остров. Офигеть! Ты чё, блин, настолько богатый? Блин, а вот у меня никогда не было столько денег. Я никогда не смогу купить себе остров. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы хоть как-то поднять мне настроение. Да-да-да, помолчи ты! Ой, ну я же молчу! Я лучше помолчу. Вот и правильно. А мы сейчас поставим... плюс два. Думаю, заслуженно. Лёня, можно я дальше прочитаю? Да, и поскорее. Офигеть! Лёня, прикинь, кажется, он спас очень много собачек. Каждая собачка из этого приюта найдет себе дом. Скоро ты найдешь дом. Какой милый песик, он заслуживает жить в любящей семье. Блин, это реально так мило. Поставлю плюс пять. Я даже не думал, что у него есть такие хорошие... Помолчи! Офигеть! И что тут написано, что он помог нуждающимся на 1 000 000 баксов? Помогите на еду! Из-за недавних событий многие люди стали запасаться продуктами, а когда ты запасаешься, меньше жертвуешь. Вот почему мы заполнили 6 полуприцепов с едой на сумму более 1 000 000 долларов. Плюс 5. Однозначно! И откуда у него вообще столько денег? Кажется, я знаю, где он их взял. Сегодня мы собираемся ограбить этот дом. Все, что мы вынесем, мы поместим в огромный грузовик. Я просто поставлю это тут. Ты же понимаешь, что это незаконно. Ты что, реально дом грабанул? Неправильно это все. Грабить дом очень плохо. Минус на 1. Ибо нефиг. Бра. Лёнь, а почему всего лишь минус 1? Так, а что там дальше написано? Сейчас. Умеет бегать в необычных ботинках! Если вы не знали, марафон — это 42 километра. И сегодня, без предварительной подготовки, мы собираемся пробежать эту дистанцию в самой большой обуви в мире. А у меня тоже такие есть. Уф, что за бархатные тяги? Кефтеми! Блин, тоже что ли марафон пробежать? Ладно, пока поставлю плюс 3 балла. Офигеть! У тебя уже 22 плюса и всего лишь 6 минусов! Походу, у тебя большие шансы попасть в рай! Ну не все так просто. Ты же это понимаешь, да? Блин, чуваки, я что-то ничего не понимаю. Что там, Нубкин? Да не, я не про книжку. Лёнь, что это за буквы такие? Ты про эти, что ли, буквы? Так я просто их где-то вычитал. Я не могу, блин, из этих букв составить слово теперь. Может, вы мне поможете хотя бы? Напишите в комментариях под видео, что за слово в них зашифровано. А ты, Нубкин... Читай дальше, давай. Тут написано, что он очень долго не кусал. Я не буду ничего есть на протяжении 30 дней. Чего, блин? Ты реально не ел 30 дней? А как тебе такое? Ой, как вкусно. Лёнь, я бы на твоем месте его не дразнил. А мне вообще пофиг. Ну, раз Лёнчика нету, я его заменю. Ё-моё. Не есть 30 дней плохо и очень опасно. И ни в коем случае не повторяйте этого дома. А я поставлю минус 3 балла. Бра. Так, Нубкин, что там дальше? Так, блин, не понял. Это кто за меня здесь командовал? Лёнь, это не я, а? Ага, блин, ты кого надурить хочешь? Я вообще-то это, за всеми слежу. Нифига себе, у тебя что, камера стоит? Угу. Чтобы вы не расслаблялись, читай дальше. Тут написано, что он не врать.
но каким-то образом все равно спас много жизней. В этом видео мы вылечим 1000 слепых людей. Я вижу так, как не видел раньше. Спасибо, мистер Бист! Да, спасибо! После операции жизнь реально вышла на новый уровень. Врач врача видит издалека. Ставим плюс 5 баллов. Офигеть, у тебя уже 27 положительных баллов. Не, ну точно, дорога в рай обеспечена. Нубкин, это же еще не все. Читай дальше. Да-да, читаю. Тут написано про какой-то челлендж. Ну-ка. Мы в Антарктике и собираемся выжить здесь следующие 50 часов. Мы в нижней точке земного шара, в самом холодном месте на Земле. Ну, бывал в Антарктиде и бывал. Что вы там такого-то? Ты дурак, что ли? Он прожил там 50 часов. Минус один. Не выпендривайся там. Так, ну это получается... У тебя плюсов больше, чем минусов. Я отправляю тебя. Подожди, Лень, давай лучше у подписчиков спросим. Нет. Ладно, мы готовы встречать следующего персонажа. Бум. В следующей серии мы с вами узнаем, что натворил этот блок травы и куда же он отправился, в ад или в рай. А если ты не хочешь этого пропустить, поставь лайк на это видео, подпишись на канал и посмотри следующий видосик, он здесь на экране.